Совершенствование примирительных процедур в ходе круглого стола, организованного в стенах областной ассамблеи народа Казахстана, были обсуждены вопросы развития института медиации. Необходимо отметить, что в прошлом году служители Фемиды до 40% дел окончили примирением сторон. Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы, которые сегодня существуют. В частности, отсутствие единого центра координации работы медиаторов, учета количества специалистов. Кроме того, нет единых стандартов оказываемых примирительных услуг. В этой связи было внесено предложение по созданию единой ассоциации медиаторов. На днях у нас, значит, в ЦОНе на Санкибае один житель нашего Актюбинска, совершив медиативное соглашение по расторжению брака, он не смог зарегистрировать в ЦОНе свое соглашение. Ему отказали официально. На самом деле в Гражданском кодексе и законе о медиации говорится о том, что это допустимая норма. Но опять-таки нет централизованности, куда бы он мог обратиться, и где непосредственно руководитель центра медиации мог бы переговорить с теми же департаментами юстиции, с теми же ЦОНами о том, что не хватает для данной процедуры, чтобы люди, граждане нашей области, не беспокоились, нервозности не было, конфликты снизились.